Быть человеком крайне непросто. Нетрудно встать на обе ноги, но трудно силами личного роста зверя сдержать в тесной груди. И быть человеком разительно нужно, особенно когда не хватает таких, о ком говорят и заслуженно, он жизни огонь несет, сохранив. Я бы пожелал каждому встретить как можно больше настоящих людей и вслед признаться истинно светил тому, кто зверя в себе нещадно сильней.